с Факундо Регалией у него контакта. Вот они сталкиваются. В итоге очень жесткий удар. Все-таки Каномасос, как и Чикотта, остается Каномасосом. Да, сегодня и тот, и другой у нас. Кто-то говорил, остепенились. Ну, по крайней мере, такой... Остудить несколько кокпит. Маркелов на 12-м месте. И был бы рестарт, может быть, была бы еще возможность у него посражаться. Попадание в очковую зону. Он несколько раз к этому был близок в этом году. Один раз на 11-й даже, по-моему, позиции был Маркелов. Один раз на 10-м месте. Но это была воскресная гонка, где очки только первой восьмерки даются. Да, 11-м он был в Испании, в Барселоне. В первой гонке. С тех пор были у него несколько сходов с дистанции. Более дальние результаты. Но вот самая последняя гонка, опять 12-е место было. Воскресная немецкая гонка. Так что сейчас, судя по всему, все идет к повторению. Позади своего бывшего тренера по немецкой Формуле 3 Тома Дельмана. Дельман в итоге вот так вне очков.